Для того, чтобы подключиться к устройству, нужно ввести IP-адрес lettimer.local. In order to connect to the device, you need to enter an IP address. Система немного подумает и откроет нам веб-страницу. The system will think a little and open us a web page. Здесь можно сделать сброс к заводским установкам или перезагрузить устройство. Here you can discharge to the factory installations or restart the device. С левой стороны есть 4 вкладки меню. The left side there are 4 menu tabs. Вторая вкладка для настройки точки доступа. The second tab for adjusting the access point. Также мы можем поменять имя, если захотим. We can also change the name if we want. Нажимаем «Применить». Press the use. Система подумает и перезагрузится. He will think and reboot. У нас есть дополнительные вкладки со временем. We have additional tabs over time. Когда система подключилась к интернету, время можно обновить. The system connected to the internet time can be updated. Также можно изменить время каждого рассвета и заката. You can also change the time. Для каждого рассвета и заката. Every dawn and sunset. Можно поменять часовой пояс, но здесь уже все настроено. Change the time zone, but everything is already configured here. В следующей вкладке мы можем настраивать светодиоды. The following tabs we can configure LEDs. Также с этой вкладки можно включать и выключать светодиодную ленту. Also, with this tab, you can turn on and off the LED tape. Назад чуть-чуть. Это происходит не так быстро, как с обычной кнопки, поэтому нужно делать некоторые паузы. This does not happen as quickly as with a regular button, so you need to make some pauses. Пауза. Если батарея в устройстве сильно разряжена, то веб-сервер может глючить или не работать. If the battery in the device is strongly discharged, then the web server may bug or not work. В этой вкладке с настройками светодиодной ленты мы можем выбрать количество светодиодов, настроить яркость подсветки, изменить время таймера, а также цвет. In this tab with the settings of the LED tape, we can choose the number of LEDs, configure the brightness of the backlight, change the time of the timer as well as the color.
Таким образом можно изменять любой цвет, даже яркий светлый. In the way you can change any color, even bright light. Все.